Гаражный комплекс на Сосновой улице строили одновременно с 30-м домом. В 2001 году, когда сдавали в эксплуатацию многоэтажку, гаражи входили в проект, вспоминает Алексей Кожушный. Он, как и многие другие жильцы этого дома, хранит здесь свой автомобиль. Весть о грядущем демонтаже его застала врасплох. Производится демонтаж. Убираются те металлические укрытия, которые существуют. На их месте не производится даже банальная отсыпка территории. То есть парковочное место у граждан изымается, условно изымается. На их месте никакого нового парковочного места благоустройства не производится. В качестве примера Алексей приводит соседние дворы 8-го микрорайона, где после демонтажа ракушек оборудованные парковки до сих пор не появились. Впрочем, владельцы пеналов опасаются, что даже если стоянку сделают, ее займут не они, а жители соседнего жилого комплекса. Администрация недовольство горожан услышала. В ДК «Солнечный» прошло открытое обсуждение проблемы. А пока разрабатывается компромиссное решение, демонтаж гаражей отложили. Очередные общественные слушания назначены на 17 июня. Работу мы данную проводим ежегодно, может быть, не в таких масштабных объемах, но ежегодно мы освобождаем территорию города от металлических гаражей, пеналов, тентов с последующим благоустройством и обустройством на этих местах парковочного пространства. В этом году планировали снести более 300 гаражей, но, наверное, всего, скажем так, напряжения такого будем это сейчас прорабатывать дополнительно, как, в принципе, на собрании было сказано. Фактически, гаражи на Сосновой улице находятся на неразграниченной территории. Иными словами, они вне закона. Впрочем, несмотря на это, поиск решения, которое удовлетворит всех, будет продолжен. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».